Всем доброе утро, дорогие друзья! У нас утро, мы завтракать собираемся. Я Настюше готовлю рисовую кашку, вот такую на козьем молоке. Ей она очень нравится. Мы сегодня утром проснулись, а такой дождь шел с грозой. Вот, проснулись от грозы, потому что у нас окна везде открыты были. Вот, так что собираемся сейчас кушать. Сначала покормлю Настюшку, а потом мы уже с Сережей будем кушать. Мы будем делать тосты, я уже приготовила, не знаю, с чем будем. Сыр, рикотта, масло шоколадное и хлеб тостерный. Так что не знаю, что мы будем пока есть. Достала все. Ой, будь здорова. Положила Настюшу только что спать. Сергей мне сделал чай, а он уже остыл. Блин. Да. Мне кажется, самое лучшее время для молодых мам – это просто сесть когда-нибудь и попить горячий чай. Горячий. Решила пожарить себе тосты. Хочу, знаете, что купить? Штатив. Хочу купить штатив и кольцевую лампу. И хочу начинать снимать видосики про мой уход за лицом, про макияж, про вообще про косметику, обзор, чем я пользуюсь, покупки, что нравится, не нравится. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как бы вам интересно было такое или нет. Вот я очень хочу. Так, ладненько, готовим тосты. Маслица. Обязательно кусочек маслица на горячий тост. И рикотта. Все, мы уже вышли на улицу. Одела Настюша такую ажурную косыночку. Ей так красиво вообще. Супер. Вот такая. Это вообще... Ладно, вот так опустим. С розовеньким этим ажурненьким. Такая вся беленькая. Ой, на улице вообще никого нет. Никого. Такая тишина. Просто супер. Дай блог веду. Здрасте. Да. О, соседи. Вот так что гуляем. Thank you.
сходили в магазинчик, встали в такое хорошенькое место, едим морожка. Охлаждают, освежают. Настюше купили 2 таких бананчика, там бэби были, канадские. Но они все такие не очень, я выбрала 2 самые такие нормальные, так вот хочу потом ей дать. Вот. Как, кстати, морожка? Супер. Ну, какое-то эскимо. Давно такого не было. Ну, так что... Да. Сейчас Света вспоминает детство. Я просто ем... В моем детстве вообще мороженое не было. Да. Ничего не было. Ничего себе, это сейчас выбор. Настюша, а мне не дают, да? Ты же идёт с вами. Она водичку попила. Сейчас придет, будет кушать. Так что все, кушаем мороженое, идем домой. Так, к нам приехала доставка. Сейчас говорю шепотом, Настюша спит. Покажу, что мы заказали. Вот такое вот печенье с тыквой, с яблоками. Соки детские. Затем такие вот 2 кашки. 1 кукурузная овсяная с грушей, 2 каша 5 злаков. Так, затем очень много баночек питания разные. Тут и овощные, и мясные. Но я их пока всех доставать не буду, сразу перевожу в холодильник. Так, затем это я снимаю. Ничего страшного. Так, вот такую большую коробку чая. Тостовый батон. Вот такой вкусный. Вообще, это самый вкусный тостовый батон, что мы брали. Вот он в вафельке. Еще один чай. Бутылку оливкового масла, воду боржоми, еще одну воду, майонез, рис вот этот жасмин, самый-самый вкусный, вообще вот просто. Мы раньше ели обычный рис, но когда мы попробовали вот этот жасмин, сейчас только заказываем его. Макароны и молоко взяли прям 6%. И здесь столько вот воды. Сейчас пить, жара пить хочется. Все, дорогие друзья, у нас уже вечер. Все, Света уехала. Настюша покушала кашку. Я сейчас вот сделаю себе чаек и хочу сделать тостер. У нас здесь шоколадное масло осталось. О, какая. Вот таким ножом. Вот, так что сладкого захотелось. Так что будем сейчас ужинать. Вот такой вот ужин у нас сегодня. И будем ложиться спать. Так что увидимся с вами завтра. И всем пока-пока.